Доброе утро, друзья! Как ваше настроение? Как ваши дела? У меня настроение отличное. Утро мое начинается вот с этого клеточного питания, которым я заменила завтрак. В нем 30 килограммов овощей, фруктов, выше грибов. Все, что нужно для нашего организма. Витамины, минералы, микро-макроэлементы. Представляете, вот этой маленькой упаковочке. И он натуральный продукт. Вот, представляете, вот столько овощей, фруктов, ягод, грибов, даже еще больше, чтобы наполнить наш организм на весь день. Это просто желудок растянется. Поэтому я ем эти продукты, фрукты, овощи, грибы, но понемногу. Вот, а так... Утром завтрак я заменила на клеточное питание. В остальное время я ем как обычно. Вот. И благодаря этому клеточному питанию я улучшила состояние своего здоровья. У меня ушла мигрень, у меня ушла папиллома, у меня прошла гипертония, я была гипертоником. У меня, значит, киста в левом яичнике рассосалась. Вот. Минус 10 килограмм. Спина выровнялась, ноги не болят после воспаления седалищного нерва. Вот такие результаты я получила. Вот этого питания, клеточного питания для моего организма. Я очень люблю это питание. Кому интересно, пишите мне в личку. Хорошего дня!